Всем большой привет! Сегодня хочу снять видео про то, как мои гекконы и блефары пережидают сильную жару. У нас сейчас очень жарко в Твери. Скоро будет 35 градусов. Это аномально до средней полосы России, так как из-за глобального потепления погода сдвинулась. Ну и жарко, понятное дело, не только людям, но и животным. Ну и, конечно, гекконам. Вот они спрятались. Ну, для начала они просто по утрам прячутся в свою влажную камеру. Почаще ее увлажнять, если у вас стоит такая же сильная жара. Вот сейчас как раз здесь сидит мой второй гекконы и блефар янтарь. Влажная камера, если кто не знает, это такое закрытое укрытие, в котором лежат салфетки или кокосовый субстрат. Туда пшикают пульверизатором. Если на теплой стороне террариума стоит влажная камера, то пшикают утром и вечером. Если на холодной, то достаточно один раз в день. Вот. Тут влажно, поэтому они утром сидят тут вместе, практически друг на дружке. Вот. Тут один геккон, оно уже подросло, поэтому занимает очень много места. Им тут тесновато вдвоем. Все, сейчас нужно закрывать террариум, потому что она захотела выбраться из него. Так, мусик спрячь нос. Все. Ну, а также, чтобы гекконам было полегче, мы включили термоковрик. Он занимает примерно половину, чуть меньше террариума, и ее подогревает, чтобы гекконы могли решить, им хочется где попрохладнее или где потеплее. Да и, ну и также он нужен, чтобы гекконы могли переваривать сверчков. Мы его отключили, потому что решили, что им и так жарко, и они смогут переваривать сверчков и так. Это и правда так, потому что в туалет они уже ходили с отключенным термокубиком. Поэтому советую вам его отключить. Так гекконам будет полегче. Ну и в целом, вот так вот мои гекконы пережидают жару. Пока не видно, чтобы сильно плавились от жары, поэтому особо сильных мер мы не принимаем. Просто отключили термокубик и почаще увлажняем влажную камеру.